Повысить качество водоснабжения – главная тема совещания, в котором приняли участие ректор НИУ БелГУ, представитель администрации области и управляющая компания «Роснано», а также научное сообщество. Они обсудили концепцию проекта по созданию централизованной системы управления водными запасами региона. Мы готовы здесь, конечно же, вместе с областью еще консолидировать лучшие силы, лучшие кадры, которые есть, и привлекать те кадры, которые есть в стране, потому что эта задача, она мне понятна, значит, и технологически, как эту задачу решать. С точки зрения ресурсного потенциала, здесь нам его надо будет наращивать. Потому что это очень масштабная задача. Из-за маловодности рек питьевое, хозяйственно-бытовое и технологическое водоснабжение в Белгородской области на 97% обеспечивается за счет добычи подземных вод, которые зачастую содержат высокий уровень кальция и железа. Отдельные населенные пункты и микрорайоны ИЖС испытывают дефицит питьевой воды и не только в летний период. Цель проекта – рассчитать баланс подземных водоносных ресурсов и организовать бесперебойную подачу питьевой воды населению области. Ученые НИУ БелГУ возьмут на себя задачу по мониторингу водных запасов, а на базе университета планируется создать информационный центр управления ресурсным потенциалом подземных вод. Мы готовы взяться за решение вопроса с количественным обеспечением. Второй вопрос – это создание на территории Белгородской области на базе, наверное, единого оператора, если он уже создается, да, вот систем модернизации водоподготовки, водоотведения и управления объектами водоканалов. К решению этого вопроса присоединятся специалисты «Роснано», которые займутся техническим решением существующих проблем. Сейчас они решаются точечно, а необходим комплексный подход, где специалисты на основе глубокого и полноценного анализа потенциала водных ресурсов Белгородской области, используя современные технологии, смогут выстроить эффективную систему по модернизации существующей сети и улучшению качества питьевой воды.